Сеуле есть такая кафешка. Ты приходишь, тебе дают сырое мясо, и ты сам его готовишь. Приносят очень много-много соуса. Тут стоят печки, горелки. Тут такая вот вытяжка. Такое вот оно кафе. Очень популярное среди корейцев. Я думаю, это очень вкусно. Чеснок, какие-то заправки. Здесь вот нужно готовить. Вот, нужно капусту положить в такой соус. Зелень, разные соусы, и вот оно готовится, мясо, на такой вот сковородке. Аня, то есть нам нужно там уже кипит, вот закипает супчик корейский, очень-очень острый. Я вроде убавил? Да, ладно. Его нужно порезать ножничками. Так оно режется, потом оно снова поджаривается. И вот такой процесс интересный. Получается очень вкусно. Это мясо стоит 14800 вон. Примерно 14 долларов в человека. Когда ты съел мясо, вот мы уже съели, можно брать снова мясо и снова его жарить. Так нужно до бесконечности сидеть и разорить кофейню. В Корее это называется буфетом. Очень популярное место.